Вот как идут дела. 0 градусов. Вы понимаете, какой холод? Смотрите, Фэри мерзнет. Аос. Дела идут вот так. Это штрабы дяди по постсоветскому ГОСТу. Это моя штраба. Небольшое окошко. Такс. Вот это 2 окна в эту большую гостиную. Так, 7 на 7 получается. Это гостиная, по-моему, я точно уже не помню, мерил. Вот 2 окна по 1,80 м. 1,80 м высотой должны быть 2,20 м. Так мне сказали. Холодно у нас, 0 градусов. Утром бывает так, 0 градусов, а потом уже начинает 10 более теплеть, 6-7 градусов. Но утро бывает кошмарно холодно, 0 градусов. Так, вот так идут дела. Здесь пойдет перекрытие. Очень много я убираю отходов. Вот, смотрите, вот этих отходов видно. Эти маленькие кусочки идут сюда, в центральный ряд. Уже немного уменьшились. Каждый ряд, каждый круг стены, с внутренней стороны вся эта ерунда уходит. Убирается. Вон тут еще много есть. Их тоже придется. Вот. В самом поддоне кирпичи. Видите, вот когда вы смотрите сверху, по кругу сверху все нормально. А вот внутри поддона вот таких кирпичей бывает достаточно много. Сырые, видите? Сырой кирпич, недоспелый, как говорится, зеленый кирпич. Вот такая картина у нас идет. В принципе, здесь снимать у меня особо нечего было, поэтому не выпускал ролики. Скоро выпущу, покажу эти штрабы, как они в деле себя показывают. Для того, кто не знает. Ну, некоторые знают, некоторые не знают. Все по-разному бывает. Ситуации разные бывают. Поэтому покажу эту ситуацию. Сегодня доложу этот бут. И придется еще леса поднять. Уже с расчетом, чтобы один раз все это завершить. Здесь у нас с учетом цоколя идут 3,40. Так что леса придется поднять с расчетом. Картина. Свою бытовку я закончил, да.
И хотел леса сделать. И здесь еще, видите, ряда два. Сделал. Здесь всю бутовку закончил. С этой стороны. Леса делал, но дождь пошел. Видите, мои телескоп подъемные леса. Вот их сюда устанавливал. 700 кирпичей у меня получилось. Плюс-минус там 20 кирпичей. А? Плюс-минус 20 кирпичей. Так вышло 700. Так, с этой еще поднимем. У нас дом будет... В чистоте будет должен быть 3,25. Сегодня заказчица пришла. И она сказала, что вон те два окна, чтобы они были 20, снизу 85, а чтобы над окнами 40 получилось. То есть это получается 3,25. Без трех рядов, которые у нас идут цокольные. Вот такая картина. Ну и с этой стороны дядя свои все это подгоняет сам. Так работаем. От Эйфелева башни идут вот так. Такая картина. Все у нас идет. Практически зима. Вот щебень для бетона привезли. Все, поехали. А вот это наш город. Едут с работы домой. Высадил бригаду. Высадил. Так, можно проехать. Так, здесь зеленый. Куда? Зеленый, подожди. Я на круговом, у меня зеленый. Так что ерунду не творить мне здесь. А бригада у меня всегда какая? Она такая задумчивая. Как говорится, думы глубокие, думы печальные. Вот так я это стихотворение читал в детстве в школе, помню ее. Так что вот такая ситуация. Подписываемся на канал, ставим лайки. Не знаю, еще что-нибудь, комментарии, диалоги, что угодно. Так что на позитиве держимся. Держим позитивно.